Знакомился с комплектом песни «Любимый город». Я прослушал саму песню, просмотрел учебный фильм «Как играть» эту красивую песню. Познакомился с построением аккордов, с помощью которых мы сможем сыграть нашу песню. Песня повествует о том, какие вот именно проживают граждане, которые проживают на территории нашей Сибири. То, что именно граждане дружелюбные, которые вот готовы всегда прийти на помощь, а новому человеку, который, может, я пришел к ним в гости, они готовы все показать, и наделить этого человека радостными впечатлениями. А дети, которые живут в Сибири, они никогда не знают скуки и всегда, открывать для себя новые и новые вещи. Потому что в Сибири всегда происходит что-то новое. Песня вот именно исполнена душевно, то есть автор, как говорится, поет с гордостью о своем городе, показывая то, что именно характер сибиряков дружелюбен. И у сибиряка всегда открытая и большая душа. Также именно песня повествует, что в любое время года, хоть зимой, хоть летом, Сибирь всегда красива и радует глаз.